Всем привет! Сегодня он ходил после карантина. Маска сегодня пошел, вот так и постригся. После двух месяцев этого карантина. У нас салон открылись. Вот так я сделал свою прическу. Постригся, наконец-то. Наконец-то у нас салон уже открылись. Хотя бы можем ходить, можем куда-то ходить. И вот. И привести себе порядок. Вот привел себе порядок немножко. Постригся. И сегодня так ходил пешком, так немножко прогулялся. Просто у нас парк ничего не открыто, просто так пешком. От магазина до дома. Так, никуда ни машина, никуда не там, автобус никуда не садился. Только хотя прошел пешком до дома. И зашел такой был магазин, там скидки были. Взял себе такие воды. Такие семечки, так на вечер, когда фильм смотреть. Обычные. Какие покупки до дома, что не хватало, то взял. И сам главное, так сегодня наконец-то салон открылся тут быстро. Пошел, так привел себе порядок, простыкся. Так сегодня обычно и такой день проходит. Скоро у нас... Скоро же токи тоже откроются, дай бог, что токи будет даже... Там откроются молы или токи парк, бульвар скоро так должна открыться. Это уже после 31 мая. Даже как-то поспел. А самое главное, что вот эти салон, вот эти открылись и магазины. Как вот эти одежды, такие техника, мебельные такие магазины все открыты все. Сейчас покажу, что я взял в магазине со скидкой. У нас сейчас там большой. Как у нас праздник сейчас Рамазан идет. И большие скидки в магазинах у нас. Особенно у нас я был в гипермаркете Браво. Там вообще большие. Большие очень скидки идут там, как по подарки. Например, один берешь, как того же тебе подарок идет. Вот я сейчас взял. Сейчас вам покажу. Вот это взял. Вот такой, это компот. Это наше производство. Грея чай производит. Вот этот гранит. Какой-то гранит или грант. Вот этот грант какой-то или гранит фирма. Она идет как без сахара. И на натуральный. Вот здесь, но они не натуральные у нас. Это натуральные компоты. Без сахара. Я взял такой абрикосы, он со скидкой был. Там сейчас акция были скидки. И вот алчо. Тоже без сахара. Наше производство. Оно производится в Кюрчай. В районе у нас там производится. Сейчас со скидки это взял. На донышек. И вот такое наше производство. Это наша вода здесь производство. Вот этот бадамлы. Сейчас она с скидкой. Вот одну берешь, вот это хадия. Подарок. Вот здесь тоже хадия написано. Такой упаковки. И вот это всегда берут такие сейчас. Вот эти. Сейчас я уже открыл, уже грыз. Я всегда такие семечки беру. Чико. Соленые вот это беру. И вот эти. Обычные, черные беру. И вот эти взял. Сейчас на стол не ставлю. И по скидке вот такую взял. Домой этот маме взял, так здесь ей нужно комет вот это со скидкой такой. Это взял. И да, вот такие до туалета беру, такие шарики со скидкой. Только акция была вот эти. Сразу такие две штуки взял. Машину на стол не ложу и сразу здесь рядом ставлю, потом мама убирает их. Вот такие покупки, вот. Чек покажу. Вот этот чек. Вот это цены. Ну, со скидкой. Вот это как показал, вот эта вода наша, бадамлы. Она вот 60 копеек. За две воды. Потому что одна вода как подарок выходит. И вот это гранит. Гранит и вот этот компот эти. Со скидки вот мана 45 они стоят. И вот это показал вам комет. И вот эти шарики блоковые. Мана 99 со скидки. В общем, там вышло 9 мана 97 копеек. И плюс бонус. У меня карта есть. Какие там кэшбэк. У нас вот этот кэшбэк возвращается, 1% кэшбэка входит. Какой один кэшбэк, это как один манат на карту. Кэшбэком. Сходил в магазин, что взял по скидке, там много там скидки. Это потом уже как маме там что нужно, или с мамой схожу в маркет. Ой, чуть не воду. Когда с мамой, конечно, сходи, там что нужно. Что тебе будет нужно, там возьмем с скидкой. Это маркетинг. И у нас как Браво, когда я хожу, там у меня карта есть.
бонус накатывает, как возвращается один кэшбэк, как один манат возвращается на квай карту. И потом эти бонусы, что как скапливается, ты можешь как можешь это на эти бонусы продукты купить, самой маркете брал, или где этот Умико, это называется карта Умико, или какой-то в маркетах, или в аптеке, или какой-то магазин, то это бонус можешь там тоже потратить, не только в другие магазины. Если это Умико там поддерживает эта карта, если там они, да, это может расплатиться, это может оплатить эта карта. И самой тоже какой магазин есть Умико, если они принимают эту карту Умико, тоже может, там разные кэшбэки есть. Один кэшбэк есть, два кэшбэка есть, и там 3-7 кэшбэков. Это как от стоимости суммы, как от половины суммы тебе возвращается на карту. Когда накапляется, ты можешь потом тратить, его вещь можешь купить. Если будет больше тебе будет там бонусы, ты можешь и технику что-то взять или что-нибудь. Нет, так они что придумают карту, это так легче, хорошо. Так, у меня день так прошел. Всем удачи, всем пока.